Добрый вечер. На 12-м канале «Час новостей» в студии Сергей Лесков в этом выпуске. Похолодание до минус 6, возможный гололед на дорогах. Из-за ухудшения погоды в Омске объявлено штормовое предупреждение. Кто возглавит Омский городской совет? Партия «Единая Россия» в эти минуты представляет своих кандидатов на высокие должности. Волшебные пени. Собственнику дается отсрочка, чтобы оплатить данную сумму. Если она не оплачивается, сумма, естественно, возрастает. Фонд капремонта нашел действенный способ взыскания долгов. И царские одежды. Захватывает дух от мысли, что в этих кафтанах и платьях в 19 веке актеры выходили на сцену и играли для царской семьи. В Краеведческом музее предлагают окунуться в театральный мир Российской империи. Кто возглавит Омский городской совет? Буквально несколько минут назад с кандидатурой определились единороссы на партийной конференции. Наша съемочная группа присутствовала на ней. И самые последние новости в прямом эфире готова рассказать Анастасия Галаева. Настя, ну что, интрига раскрыта? Кого же рекомендуют как представитель Омского городского совета? Владимира Корбута или Юрия Тетяникова? Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые телезрители. Интрига раскрыта и не раскрыта одновременно. Хочу сказать, что Юрия Тетяникова, его кандидатуру сегодня мы даже не услышали, собственно говоря, для включения в списки для голосования. Это стало своего рода политической сенсацией, поскольку действительно и эксперты, и многие средства массовой информации гадали только об одном. Кто станет кандидатом от единороссов на должность председателя Омского городского совета, Владимир Корбут или Юрий Тетяников? В общем, следующим образом развивались события. Кандидата должны были определить тайным голосованием, и для этого необходимо было выдвинуть претендентов на этот пост. Представитель губернатора в Омском городском совете Николай Чураков предложил выдвинуть Владимира Корбута. Также в списке для тайного голосования предложили включить и Ларису Горностаеву. Это теперь уже депутат Омского городского совета. Она победила на одном из одномандатных округов, однако она взяла слово и, собственно говоря, захотела взять самоотвод, поскольку посчитала, что все-таки фигура Владимира Корбута более значимая и более уместная на этом посту, однако все-таки партийцы предложили ей принять участие в тайном голосовании. После этого был объявлен 20-минутный перерыв, и все удалились для того, чтобы проголосовать и выбрать кандидата на должность спикера Омского городского совета. Решение было следующее. 105 человек проголосовали за Владимира Корбута и 23 за Ларису Горностаеву. И так Владимир Корбут стал официальным уже кандидатом на должность спикера Омского городского совета. Он сказал, что понимает всю ответственность, которая ляжет на него, и поблагодарил всех, кто за него голосовал. Сказал, что уже готовится к этой важной и значимой работе, изучает устав Омского городского совета и все документы, которые связаны с его предстоящим полем деятельности. Давайте послушаем фрагмент его интервью. Сейчас лежит огромная ответственность не только перед теми людьми, которые сегодня присутствовали в зале и проголосовали за то, чтобы я был кандидатом в спикеры городского совета, но и ответственность перед омичами, которые прошли непосредственно вот перед выборной, во время выборной кампании, с которыми я разговаривал, и понимая те проблемы, которые существуют в Омске, знаю, что их нужно будет решать совместно с теми избранными депутатами. У каждой фракции, а их у нас будет уже 5 в нынешнем горсовете. Ну, собственно говоря, Владимир Корбут признался, что был бы рад видеть Юрия Тетяникова на посту своего заместителя. Однако выбор заместителей и первых заместителей председателя Омского городского совета – это прерогатива исключительно депутатов Омской думы. Сам же Юрий Тетяников насчет своих амбиций относительно депутатской работы и возможности включения в руководящий состав Омского городского совета ушел от вопроса журналистов, сказал, что интрига сохраняется и будет раскрыта уже завтра на заседании, однако поделился информацией о том, кто станет руководителем фракции «Единой России» в Омском городском совете и кто будет его заместителем. Давайте послушаем фрагмент интервью Юрия Тетяникова. Фракция избрала своего председателя.
Это Дроздов Сергей Владимирович, достойный человек, депутат уже с опытом. По-моему, я думаю, он справится со своей обязанностью заместителями руководителя фракции. Избраны Студеникина Светлана Михайловна и Лицкевич Дмитрий Иванович. Вот первое решение, которое фракция уже выработала и приняла вчера. Итак, Владимир Корбут без пяти минут спикер Омского городского совета. Интрига сохраняется, кто станет его заместителем. Об этом мы узнаем завтра. Заседание депутатов Омского городского совета 6-го созыва назначено на 10 часов утра. Они впервые соберутся после выборов 10 сентября. Ну и завтра, я так думаю, все политические интриги однозначно будут раскрыты. Вся самая свежая и оперативная информация уже в следующих выпусках «Час новостей». Следите за нашими эфирами. Сергей, тебе слово. Да, Анастасия, спасибо. Ну а к итоговому выпуску мы ждем от тебя подробный материал. Продолжаем выпуск. Сегодня до конца рабочего дня губернатор ждет отчетов руководителей всех 32 районов области, а также исполняющего обязанности мэра о подключении всех объектов социальной сферы к теплу. В детских садах, школах, больницах по всему региону должны быть горячие батареи. Это требование Виктор Назаров выдвинул на аппаратном совещании в понедельник. Глава региона подчеркнул, что ждет отчеты о 100% подключении. В течение дня в правительстве мониторят всю информацию и затем передают ее губернатору. Но вообще коммунальщики оперативно откликнулись на поручение губернатора по запуску отопительного сезона. Так, за последние сутки только в городе отопление получили почти 2500 многоквартирных домов. Так что с холодными батареями на сегодняшний день остается лишь третья часть всего жилого фонда. На постоянном контроле городских властей находится и жилье, которое не обслуживается управляющими компаниями. Впрочем, и здесь ведется интенсивная работа. Процент подключения уже приближается к 80. Так что в ближайшее время тепло должно прийти в каждую квартиру. Между тем, на регион надвигается резкое похолодание, в связи с чем в области объявили штормовое предупреждение. Уже в ближайшие сутки температура воздуха может упасть до минус 6. В связи с этим региональное управление МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях. Спасатели прогнозируют возможные гололедные явления и гибель урожая в овощеводческих хозяйствах. Синоптики заранее предупреждали о масштабном похолодании. Причиной является антициклон, который спровоцировал приток холодного воздуха в регион. Во всех происшествиях, связанных с непогодой, МЧС просят сообщать по телефонам экстренных служб. Автомобилисты больше не смогут парковаться в больничном переулке на улице Тюменской и на Карла Либкнехта. В ближайшее время здесь появятся знаки «Остановка запрещена» и работает эвакуатор. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта. Меры призваны разгрузить улицы и обеспечить хорошую пропускную способность проезжей части на время перекрытия юбилейного моста. Объект закроют на ремонт ориентировочно 7 октября. Движение здесь ограничат минимум на 8 месяцев в зависимости от состояния конструкции. Уже сейчас специалисты советуют омичам продумать альтернативные маршруты для поездок. Например, на улице Карла Либкнехта на участке от Краснофлотской до Гагарина движение транспорта будет двусторонним. Изменится схема движения на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Маркса, причем в обе стороны. Если со стороны железнодорожного вокзала посмотреть, это проспект Карла Маркса, как ни странно, перед пересечением с улицей Лермонтова. Для увеличения пропускной способности этого подхода проектировщики заложили вместо существующих 3 полос 4 полосы для движения транспорта. 3 полосы будут двигаться в прямом направлении, 1, 2 и 3, считаем справа налево. 4-я полоса, крайняя левая, которая сейчас у нас поворачивает налево на Лермонтова вниз в сторону Яблоньки, так будет поворачивать вниз налево в сторону Яблоньки. Со стороны Комсомольского моста будет организована непрерывная работа дополнительной секции светофора, разрешающей поворот направо на улицу Лермонтова. Специалисты городского дептранспорта отмечают, что самое трудное будет первая неделя после закрытия моста. Потом автолюбители привыкнут к новым маршрутам. Но тем временем другие мосты, путепроводы, а также подземные и надземные переходы Омска начали готовить к зиме. В общей сложности это 40 искусственных сооружений. На обновление, частичный ремонт и покраску из городского бюджета потратят 2 миллиона рублей. При этом особое внимание подземным пешеходным переходам. Помимо внешнего лоска, укладки противоскользящих ковриков и изменения режима освещения, рабочим необходимо прочистить ливневую канализацию и наладить работу всех механизмов водооткачивающего насоса. Тему продолжит Анна Кокорина.
Этот небольшой агрегат без привлечения сердца подземного пешеходного перехода на Гагарина. В случае его остановки грунтовые воды и обильные осадки затопят искусственное сооружение. Чтобы самые страшные прогнозы в сезон дождей и мокрого снега не сбылись, рабочий проверяет исправность аппарата. Соединение дубей, и в итоге происходит подтекание их, утечка. Поэтому все это обследуется, меняется и... После этого насос опять собирается и опускается в колодец. Глубина колодца 4 метра и диаметр 2 метра. Так что объем грунтовых вод, которые поступают сюда, большой и требует постоянного внимания в течение всего года. К работе в зимнем режиме подготовлена и вся система водоотведения. Это позволит избавиться от ненужной наледи, опасной для пешеходов. Длина же канализации подземных переходов очищена от грязи, промыта. То есть все элементы канализации готовы к приему воды. Ну и в целом по подземному переходу сейчас также выполняем, значит, восстановление, установку новых резиновых против скользящих ковриков. Рифленая поверхность и плотное прилегание резинового покрытия к ступеням – гарантия безопасности. Для комфорта горожан обновленные перила, восстановленные кафельные фасады и яркое освещение. Последняя – заслуга светодиодных светильников. Эти неприхотливые лампочки все чаще можно встретить в омских подземках. Они экономичнее, чем люминесцентные лампы, более долговечные. По качеству освещения они такие же яркие, даже, может, ярче даже. Сейчас подготовка к работе в зимний период завершается на 40 объектах. Это мосты, путепроводы, надземные и подземные пешеходные переходы. Последний в городе почти два десятка. При этом в безаварийной работе всех скрытых от человека механизмов рабочие уверены. А вот сохранность внешнего лоска по-прежнему на совести горожан. Несмотря на всю суровость сибирской зимы, главной разрушающей силой омских подземных пешеходных переходов остаются сами люди. Регулярно вандалы портят противогололедное покрытие и разбивают лампы. Именно из-за этого практически в каждом пешеходном переходе сейчас появляются камеры видеонаблюдения, а в ближайшее время и вовсе будет организовано регулярное патрулирование охраны. Анна Кокорина, Сергей Никифоров, 12 канал. Вообще стали активнее оплачивать капитальный ремонт. Собираемость взносов за последние несколько месяцев выросла на 20%. Стимулом для собственников, возможно, стало то, что с июля этого года фонд капремонта стал начислять пени на сумму долга. Пени рассчитывается по специальной формуле и зависит от размера задолженности. Так, например, если владелец квартиры не заплатил, к примеру, 10 тысяч рублей, то ежедневно должнику начисляют 2 дополнительных рубля. За год можно набежать около 500 рублей. Обязанность выплатить фонду все взносы вместе со штрафными процентами может перейти к наследникам должника или новым владельцам его квартиры после продажи. Первые пени в квитанциях собственники увидели в июльском платежном документе. В июньском было предупреждение о том, что эти пени будут начислены на всю сумму задолженности. Сейчас они в данный момент производятся уже третий месяц, но при погашении пени, при первой оплате его, собственники видят его все-таки и в следующих квитанциях, потому что согласно законодательству 155 статьи пункту 14.1 пени начисляются с периодичностью в 31 день. То есть собственнику дается отсрочка, чтобы оплатить данную сумму. Если она не оплачивается, сумма, естественно, возрастает. Так, если собственник рассчитается 15 октября, то пеня на первые 14 дней месяца все равно будет начислена, что отразится уже в ноябрьской квитанции. Неуплата грозит не только увеличением задолженности, но и судебными исками. Не рассматриваться без участия должника по решению суда, сумма долга может быть автоматически списана со счета недобросовестного хозяина квартиры. Подробную информацию можно получить, позвонив в колл-центр фонда. Он работает по будням с 8.30 до 17.30 и до 16.30 по пятницам. Телефоны 900 300 8800 550 94 90. Вообще приглашают в гардеробную императорских театров. В Краеведческом музее презентовали необычную экспозицию — театральные костюмы конца 19 века. Платья и кафтаны, расшитые золотом и серебром, были задействованы во всех знаковых постановках того времени: «Ночь перед Рождеством», «Отелло», «Мазепа» и многих других. Реквизит чудом сохранился до наших дней и случайно попал в руки кладоискателя из Выборга. Омск стал первым городом в Сибири, куда коллекционер привез выставку. Почему? Кто помогает хранить костюмы в целости? И чем еще уникальная экспозиция, знает Елена Смирнова. В
Краеведческом музее готовятся не просто к выставке, к открытию театрального сезона. Все экспонаты – это подлинные костюмы императорского театра. Буквально захватывает дух от мысли, что в этих кафтанах и платьях в 19 веке актеры выходили на сцену и играли для царской семьи. На мне наряд княгини из оперы «Русалка». Его примеряли и актриса Дарья Леонова, единственная женщина, которая потом отправилась в кругосветное путешествие, и Евлалия Кадмина, которая на сцене приняла яд. Рядом кафтан другого служителя мельпомены Льва Сибирякова по рождению Лейба Спивак, который ради карьеры в России сменил имя, фамилию, отчество и даже религию. Театр для Российской империи был как для Советского Союза хоккей, лицом страны. Для него, как для фронта, ничего не жалели. Сценические костюмы создавали те же портные, которые обшивали и венценосную семью Романовых. Только лучшие ткани, вышивка и золото и серебра. А вот после к театральным атрибутам относились не столь бережно. И вся эта роскошь могла попросту отправиться на свой. Если бы не кладоискатель Виталий Дудоладов, он подрабатывал в Выборгском замке, и ему поручили вынести мусор. Я нашел вот эти костюмы. Увидев, что печати, подписи, понятно, я понял, что это не новодел, что это вещи того периода. Ну, каким образом они оказались, я серьезно даже не придавал, зная всю нашу систему. И поэтому я просто их хранил. Я хранил и пытался за них узнать. Эта коллекция, она уникальна сама тем, что здесь, скорее всего, не люди рулят этими вещами, а сами вещи. Они хотели, чтобы они вот тут были, я не знаю, они хотели, чтобы их нашел я, именно человек, который не выбросил их, скажем так, чтобы кто-то им придал значение. Позже специалисты Александрийского театра подтвердили, все костюмы действительно времен императорской России. Именно в них перед зрителями являлись герои Мефистофеля, Гамлета, Отелло, «Жизнь за царя» и многих других постановок. Здесь наряды придворных дам из «Ночи перед Рождеством». Эскиз ткани специально для театра разрабатывали мастера Строгановки. И почему-то именно среди этих платьев обожает спать еще один хранитель выставки «Черная кошка Миранда», с которой путешествует коллекционер. Все костюмы сохранились в неплохом для своей более чем вековой истории и состояний. Что сродни чуду, если вспомнить, как ревностно большевики избавлялись от всего, что олицетворяло или было хоть как-то связано с царским режимом. Много-много лет лежали, пылились в ящиках, в сундуках. Они протряхивались, где-то ремонтировались, они не следили, их проверяли. Злые печати 37-го года стоят. То есть тогда люди придавали этому значение. 24-й год, там, ну, казалось бы, вообще людям было все чуждо тогда императорское. Все чуждо, какое золотом расшито. Фуфаечка. Омск стал первым городом Сибири, куда Виталий Дудоладов привез свою уникальную коллекцию. Отсюда родом его отец. В планах турне по другим сибирским городам, а после на показ к европейским любителям театра и истории. Елена Смирнова, Вадим Насардинов, 12 канал. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру, смотрите в 19 часов 30 минут. Воду получат не все. В Омском водоканале придумали способ, как предотвратить бесконтрольный водозабор на обычных колонках. Проще говоря, мыть машины здесь теперь не получится. Что такое электрозамок и у кого от него будут ключи? Как работает новая технология и когда и сколько омских колонок ее оснастят, узнала Татьяна Денисова. Работа в энергосберегающем режиме. В регионе стартовал всероссийский фестиваль для молодежи «Вместе ярче». В школах, детских садах проходят тематические конкурсы, викторийные уроки, где ребята учатся экономно использовать тепло и свет, чтобы не истощать ресурсы планеты. И сегодня для студентов омских вузов провели экскурсию на подстанцию «Прибрежная». Чем удивляли гостей, можно ли о непростой работе энергетиков рассказывать интересно и доступно, выясняла Наталья Бельская. После короткой рекламы прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Профнастил окрашенный. 209 рублей. Я заказал балкон в компании «Евроокно Стандарт». Сделали быстро, четко и недорого. Окна, балконы, лоджии 700-007. Проектирование и монтаж турецких бань и хамамов. Телефон 49-40-07. За что мы любим низко цен? Да вы только посмотрите на их цены! Фарш цыпленка бройлера 99,90 за килограмм. Хлопья гречневые Гудвилл 420 грамм 29,90. Сельдь чудо-блюдо 150 грамм 49,90. Низко цен на Октябрьской, наш любимый магазин. Знаешь, кто самое красивое? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм.
Адрес точно тот. А вход? 2GIS покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. 2GIS, если быть точным, работает офлайн. Это точно свадебный танец? Нефтезаводской керамический кирпич от 6 рублей за штуку. От завода оптом и в розницу. Доставка. Бетон от 2900 рублей за кубический метр. Подробности по телефону 790-201. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. И о погоде спонсор прогноза региональное агентство метрологии. Поверка дешевле и проще замены. Завтра, 27 сентября, в Омске без осадков, а вот в районах пройдут дожди. Ночная температура 0, минус 1, днем 5-8 градусов тепла. В Омске ночью 1-3 выше нуля, днем до 9 градусов тепла. Ветер северный, умеренный, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Истекает срок поверки счетчика воды? Региональное агентство метрологии проводит поверку счетчиков без снятия и без нарушения опломб. Закажи поверку на сайте поверка.рф или по телефону 309-009. КВ-новости далее на 12-м канале, программа «Благовест». Итоги дня подведем в 19 часов 30 минут. До встречи.